Сегодня наконец выиграли на каток. Я так боялась, что тут ничего не замерзло. Ведь была оттепель недавно. И тут была одна вода кругом. Я наконец на своих коньках и это пробую кататься. Вот. Я так рада, наконец-то. Тут со своими коньками бесплатно катаешься. Давайте камеру сюда, я сейчас засниму, как мы ездим. Сейчас мы вокруг елки вот этой. Так. Вот мы едем. Ой, ледышки, ледышки. Вот и я, руки. У меня сейчас ноги очень сильно напряглись, потому что я отвыкла от них кататься. Сейчас будет болеть долго ноги. Фух, вообще классно. Я еще, конечно, тормозить еще не умею. У меня папа потом научит тормозить. Еще не умею тормозить, так что я буду падать, если я разгонюсь. Но я пока не буду сейчас разгоняться. Так что я поехала. Класс, сейчас очень большой снегопад. Поэтому тут никого нет народу, это очень хорошо. Потому что нет народу, тут все сбивают, шайбами тут и загоняют. Вот. Я сейчас катаюсь. Лед, он тут еще не расчищенный, но тут катаешься хорошо. Ну и всем пока, выйдем на мои каникулы. С вами была Алина.